Это молчание не сравнится с оглушающей тишиной, в которую погружались ликвидаторы на Чернобыльской АЭС. Работали по несколько минут, сменяли друг друга и не думали о последствиях. Такими были участники тех событий, молодые парни, срочники. Сейчас на Алтае живет более 1500 ликвидаторов. Буквально через полгода, я вернулся в январе, в середине января 87 года, я через полгода начал себя чувствовать плохо. Плохо, говорит Сергей, это слабость, нервозность и полное истощение. Ему не довелось работать на крыше того самого 4-го энергоблока, но много времени он провел под ним. В его карточке учета доз была указана цифра в 17 рентген. И даже при этом мужчине, можно сказать, повезло. Почти половина из ликвидаторов страдают от заболеваний, которые развились после Чернобыля или являются инвалидами. На тот момент об атоме не было известно ничего, самое главное, его последствия для здоровья. И, конечно, мы понимаем, что с каждым годом мы должны и вспоминать, и понимать меру заботы и ответственности о тех, кто принимал участие. Ну и самое главное, понимать, что экология, мир, природа – это очень все хрупкое, и, конечно же, и жизнь человека. В день годовщины чтут память погибших и благодарят выживших не только их родные и сослуживцы. Виктор Томенко вручил участникам благодарности, грамоты и медаль за заслуги перед обществом. И все же участникам не хватает внимания. Один из гостей признался, что коммунальных льгот стало меньше. Ведь они были серьезной поддержкой с учетом подорванного здоровья. Но даже несмотря на это, ликвидаторы гордятся своим статусом. Надеются, что в будущем получится оживить зону отчуждения, а сферу энергетики сделать более безопасной. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.